Старый Бобруйск имеет свой собственный характер и атмосферу. Прогулка по улицам старого города принесет вам немало впечатлений. Это не просто место, это вдохновение, живое воплощение истории. Здесь можно увидеть здания с красивыми фасадами, украшенными колоннами, лепниной и другими декоративными элементами. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Старый город», и я приглашаю вас совершить небольшой променад по его улицам. Сегодня мы расскажем об одном из домов, расположенном по адресу Социалистическая, 54. Лейзер Беркович Фейгин, уроженец Могилева, а в Бобруйск переехал из города Минска в самом конце 19 века. И здесь находился деревянный дом, в котором поселилось семейство. Но дом сгорел во время большого пожара 1902 года. К счастью, дом был застрахован и иное имущество, и поэтому через несколько лет здесь был построен новый вот этот каменный дом. Часть помещений дома купец Фейгин сдавал в аренду. Тут размещались разные торговые объекты. На фотографии дома начала 20 века можно прочитать надпись «Пища, картонная бумага», обои над дверями магазина Ханны Левиной. По соседству расположилась мастерская шляп Хаи Дымшиц. Хаим Юхвит арендовал у Фейгина помещение для торговли табаком и папиросами. Вывеска «Табачный магазин Юхвида». Чуть позже в этом доме открылась аптека. Вначале она принадлежала провизору Станиславу Атлеру. Затем его компаньоном стал Карл Янушкевич, который переехал из Молодечна. Аптека на углу Муравьевской и Адамовской была известным ориентиром для бобруйчан. И если хотели коротко и ясно указать местоположение какого-то магазина, то говорили или писали в газетах рядом с аптекой Атлера, напротив аптеки Атлера и Янушкевича. А еще в доме Фейгиных находилась фруктовая торговля Зуси Марьясина. Можно было здесь купить фрукты бессарабские, крымские, кавказские, итальянские, ну и местные, в основном яблоки. Сам же купец первой гильдии Лейзер Фейгин владел магазином вин. На его вывеске красовалась надпись «Ренсковый погреб». Как правило, он торговал спиртными напитками иностранного производства. Как можно догадаться по названию, вино привозили в первую очередь из местности, расположенной по течению реки Рейн. Но не только. В ренсковых погребах обычно имеется большой выбор алкогольных напитков разных производителей. Здесь проживала семья Лейзера Берковича с женой Деборой Сарой и с детьми. Купец Фейгин занимался и благотворительностью, был членом правления общества, которое оказывало медицинскую помощь нуждающимся в лекарствах и продуктах. Двое сыновей бобруйского купца связали свою жизнь с медициной. Они учились в Петербурге в психоневрологическом институте. Младший сын купца, Вениамин, работает доктором в Бобруйске. И здесь же родился его сын Лазарь, которого назвали в честь деда. А уже в 20-е годы 20-го столетия семейство Вениамина уезжает в Москву. Именно там музыкально одаренный Лазер Фейгин получил возможность учиться музыкальному искусству, скрипичному делу у выдающихся педагогов, в том числе у знаменитого Давида Ойстраха. Сольные концерты Лазер Фейгин стал давать еще во время Великой Отечественной войны. В мирное время, работая солистом Московской филармонии, вместе с женой, пианисткой Галиной Максимовой, выступал в разных городах страны, выезжал на зарубежные гастроли. Со временем Лазер сменил имя, выбрав более подходящее для музыканта – Леонид. Завершив во второй половине 50-х годов концертную деятельность, Леонид Фейгин занимался сочинением и аранжировкой музыки, писал оперы, балеты, концерты, пьесы для различных инструментов, вокальные сочинения, музыку к театральным спектаклям и кинофильмам. Архив композитора, аранжировщика Леонида Фейгина хранится в Бременском университете и в Британской библиотеке в Лондоне, где он прожил более 20 лет. Кстати, переехать композитору за границу в 1985 году помогла жена известного писателя Владимира Набокова Вера, которая приходилась родственницей Фейгиным.
Ее мать, Слава Борисовна Слоним, урожденная Фейгина, была родной сестрой бобруйского купца Лезера Берковича Фейгина. А вот дочь купца Хана или Анна Фейгина, которая окончила Петербургскую консерваторию и стала пианисткой, была близкой подругой Веры Набоковой и близким другом семьи Набоковых в эмиграции. Старый город интересен своими неповторимыми домами. Они его душа и хранят в себе память о тех, кто был рожден и жил в них. Память о человеческих судьбах, о счастье и любви, о боли, об одиночестве и скуке. Все помнят стены этих домов. Каждая судьба оставляла на них свои отпечатки, и со временем дома обрели души. Я люблю Бобруйск. За что? За то, что он есть, я здесь живу, ну и родной город. Колорит своим разный, конечно, есть. Какое-то отличие от других городов все-таки присутствует. Бобруйск – старый город, очень красивый, особенно по вечерам, когда зажигаются фонари. Я люблю Бобруйск, в этом городе у меня много знакомых, близких, друзей и родных. Старый Бобруйск, он сохранил, допустим, свой колорит свой, который был и когда-то, и сейчас. Бобруйск – это моя родина. Город для жизни. Что еще можно сказать? Внешний облик старого города постепенно обновляется. Бобруйский краеведческий музей проводит масштабную исследовательскую работу для демонстрации туристического потенциала города на Березине. В планах – разработка специального экскурсионного маршрута по его историческому центру, мобильного приложения и QR-коды. Они помогут гостям города сориентироваться в потоке информации о каждом доме, который пронизан историко-культурной ценностью. Уважаемые друзья, если вы устали от привычного маршрута «Дом, работа, дом», то программа «Старый город» приглашает вас каждый понедельник совершить необычную прогулку. Мы очень постараемся буквально за несколько минут рассказать вам о нашем старом городе. Он точно хранит еще для вас пару нерассказанных легенд и нераскрытых тайн.